себя старше? Ко мне, конечно, лицо. Все повернулись ко мне лицо. Так, доброе утро. Присаживаемся. Итак, ребят, значит, у нас сегодня с вами открытое мероприятие. Я рада вас всех приветствовать на нашем с вами открытом уроке. У нас сегодня очень много гостей. Мои коллеги из нашей гимназии. Поэтому я бы очень хотела, чтобы вы сегодня были активны, проявили творчество и показали все, что вы умеете. Тем более предмет, который мы с вами сегодня демонстрируем, это финансовая грамотность. Это как учебный предмет, который введен в нашей школе как предмет в этом году первый раз. Одно но, уважаемые коллеги, учебников у ребят нет. Работаем с записями и работаем, используя телефоны с интернетом. Поэтому сегодня мы без интернета, но с записями, которые у нас есть. Итак, мне бы сразу хотелось сказать, ребят, вот у вас на столе у всех, смотрите, пожалуйста, лежат разноцветные треугольники. Посмотрите, пожалуйста. И выберите самостоятельно, кому какой треугольничек сейчас нравится. По цвету, я имею в виду цвет, смотрите. Так, выбрали все? Так, поднимите, чтобы я видела, какой цвет вы выбрали. Так, ну, все разные выбрали, да? Так, хорошо. Ну, мне бы хотелось сегодня сделать небольшую установку на ваш весь рабочий день. Поэтому по цвету я определю сегодня ваше эмоциональное состояние. Итак, послушайте. Те, кто выбрал зеленый цвет, вы сегодня стремитесь к успеху, к одобрению и похвале. Те, кто выбрали красный цвет, вы сегодня активны, энергичны и напористы. Те, кто выбрал желтый цвет, вы сегодня имеете очень богатую фантазию и готовы действовать активно. Ну а те, кто выбрал синий цвет, вы спокойные, уравновешенные люди, но готовы активно сегодня действовать. Итак, готовы? Ну, начнем работать. Итак, самое начало у нас, ребят, мы начнем с того, что посмотрим на экран. Перед вами цитата немецкого писателя Авербаха. Итак, внимательно читаем цитату. И я понимаю, что вам это еще очень трудно, но мы учимся с вами всему. То есть как мы понимаем эту цитату? Что хотел сказать Авербах этой цитатой? Нажить много денег – это храбрость. Сохранить их – мудрость. А умело расходовать – это искусство. Итак, как понимаем? У кого какие мысли? Поднимайте руки. Все равно же мысли-то есть они? Ульяна, сидя, не встаем. Например, нажить много денег – храбрость. То есть некоторые люди могут сразу их потратить, когда заработали на что-то. Сохранить их – мудрость. Потому что их могут сразу положить в кошелек, а потом через несколько дней потратить. Умение расходовать – это искусство, потому что некоторые люди могут просто, например, «Ой, я пошел за булкой, блин, надо еще и арбуз купить». И арбуз купить, совершенно верно. Хорошо, Ксюша. Мне кажется, что даже только денег работать, если можно работать не так легко, ты можешь работать, и у тебя будет что-нибудь получаться, и ты, ну, ты должен себя переосилить, но если ты будешь думать, что вот у меня ничего не получается, нужно все это бросать, то ты не сможешь никак извиниться. Сохранить их мысль, что нужно как-то уметь накапливать деньги, там, хабибу какую-нибудь, и туда складывать хотя бы часть прибыли, тогда ты можешь купить большую сумму, все, что она сделает, что все, что ты делаешь. Но расходуйтесь, потому что можешь идти в магазин за батоном хлеба и купить его в магазине. Пошел за хлебом, купил. Не знаю, что, да? И что, как хотите, как мы с вами обычно говорим. Купил, принес, а зачем, не знаю. Итак, ребят, конечно, деньги требуют бережного обращения, верно? И разумного, рационального, разумной траты. Совершенно верно. Хорошо. Так, ну, ребят, вот сейчас на основании, наверное, вот этой цитаты мы могли бы с вами, наверное, предположить, какая у нас могла быть сегодня тема. Но я предлагаю вот еще, чтобы вы посмотрели. У нас Максима нет сегодня, да, заболел ребенок, сломал руку. Поэтому мы проведем, благодаря Виктору Александру Викторовичу, нашу маленькую сценочку.
Итак, Ксюш, выходи, пожалуйста. Ксения у нас сегодня начинающий актер. Она, мы ее поддержим, потому что она впервые у нас сегодня как актер. Итак, внимание. Жила-была семья. Мама, папа, дети. Мама и папа работали, дети учились в школе. Вроде бы зарабатывали неплохо. А вот денег от зарплаты до зарплаты не хватало. Папа постоянно возмущался и ворчал на маму. Как папа ворчит? Куда деньги тратите? Надо тратить. С умом. Угу. С умом. Так, значит, мама начинает оправдываться. Вот деньги, сумма в магазинах на 1000 рублей каждый день дорожает. Нужно сапоги дочери купить, купила. Нужно на продукты тратиться, потратила, чтобы каждый день не бегать. А еще сегодня такой симпотненький сервис увидела в магазине. Ну и купила, пусть стоит. Итак, спасибо, Ксюш. Присаживайся. Спасибо, Александр Викторович. Подумайте, пожалуйста, ребята, и скажите, о какой семейной проблеме вот в этой маленькой инсценировке, конечно, ребята готовились. Ксюша волнуется. Ксюша, успокойся, все хорошо. О какой семейной проблеме в этой инсценировке шла речь? Так, Глеб, пожалуйста. Дефицит. Дефицит. А дефицит чего-то? Денег. Денег. Так. Мне кажется, надо было сначала составить план покупок, список, и потом по этому списку купить то, что нужно. А вот здесь, знаете, еще я добавлю. Дело в том, что Максима нет у нас, на Александру Викторовичу мы не дали больше слов. Папа поворчал, взял свою копилку и пошел купил колеса для своего автомобиля. Значит, да, возьмем по погоде зимнюю резину, совершенно верно. Итак, значит, семейная проблема, составить план, дефицит денег. Так. То есть люди не умеют расходовать деньги, они должны как-то быть поумнее, то есть знать, что тебе нужно, и только если у тебя осталось уже очень нормальная сумма, уже можно расходовать то, что ты хочешь. Так, вы заметили, какие ошибки допустила семья вот именно при расходовании денег, при распределении денег? Вы заметили какую-то ошибку? Так, один Глеб работает, Милана. Мне купили не так сильно. Да, но особенно мама. Сервис. Сервис понравился, очень симпатичный. Верно. Так, нужно. Так, и папе, если уже наступила зима, вероятно, папа уже поменял колеса. А зачем еще ему лишние колеса? Верно? Хорошо. Так, еще блядь. То есть семья финансово неграмотная. Финансово неграмотная. Ну, прям замечательные слова сказал. Хорошо. Ну, вот, например, мама купила очень много продуктов, но если им, например, там что-то не понравится, то продукты эти могут испортиться, и получается бесполезная трата денег. Совершенно верно. Итак, значит, я думаю, что вы догадались, о каком, какая тема сегодняшнего нашего урока. То есть мы будем повторять с вами тему, о которой раньше говорили. Итак, как мы назовем с вами тему? Какая будет тема? Вспомните, пожалуйста. Разве дефицит? Расходы и доходы. А что это такое? Расходы и доходы. Бюджет. Конечно. Тема нашего урока – это семейный бюджет. Совершенно верно. Мы будем с вами говорить именно сегодня об этом. Так, ну, давайте мы с вами сейчас немножечко повторим. Значит, у нас с вами будет работа в форме повторения. Мы с вами сочетать будем урок финансовой грамотности, обществознания, ну, конечно, не обойдется и без такой науки, как математика, наверное, да? Поэтому сегодня вспомните, пожалуйста, обществознание, когда мы с вами говорили, что такое бюджет. Нужно дать определение понятия бюджет. Что это такое? Так, кто понимает? Георгий. Бюджет – это доходы и расходы. Доходы и расходы. Мне бы хотелось поконкретнее, почетче. Так, Глеб. Бюджет – это семейные доходы и расходы семьи. Угу. Это финансовый план доходов и расходов семьи. Вот очень хорошо. Финансовый план семьи, совершенно верно. Доходы и расходы. То есть получается, бюджет состоит из двух частей. Каких частей, Салман? Доходы и расходы. Так, вспоминаем. А что же такое доходы? Что же такое доходы, Руслан? Доходы – это те деньги, которые в ГУЗе получают родители, когда работают. Это постоянный доход считается.
Не постоянно. Подожди, ты что-то как-то торопишься сразу. Это денежные средства, которые получают от какого-либо предприятия или от государства. Вот их где заработные платы, хорошо, или от государства. А вот теперь смотрите, да, доходы, которые получаем мы от предприятия или государства. А теперь, пожалуйста, Руслан, какие виды дохода знаем? Есть постоянные и непостоянные. Постоянные. Ну, мы говорим основной источник дохода, да? Что будет относиться к основному источнику дохода? Это зарплата, стипендия и пенсия. Пенсия. Хорошо. Еще есть? Еще что-то можно добавить? Нет. Так. Это же арендование местности. Так, арендование. А может, выигрыш какой-то? Стоп, ты что-то немножечко путаешь. Выплаты там за детей. Пособия какие-то, совершенно верно, которые получает семья постоянно. А вот когда мы говорим с вами дополнительные доходы, вот здесь вот, Георгий, твоя точка правильная. Тогда помоги нам еще, помимо того, что ты сказал, озвучь еще раз, что относится к дополнительным доходам семьи? Выигрыш. Ну, лотерею выиграли, да? Что могли выиграть в лотерею? Деньги. Деньги могли, 1000 рублей выиграли, да, или миллиард, как нам предлагают сегодня, да, наша реклама, миллиард, покупайте билеты на Новый год. Хорошо, а еще, какие еще дополнительные, Так, Вадим. Ну, например, там, когда спортсмены некоторые дерутся, например, здесь такие турниры, ну, на деньги там, например. Ставки. Ну, это, наверное, гонорар получается какие-то. Ставки. И такой, конечно, дополнительный. Еще дополнительные, к примеру, сдача макулатуры или металла. Там ты за это получаешь. Да, совершенно верно, металл сдают, макулатуру сдают. Хорошо, а еще папа потрудился, поработал, здорово, классно. Что получит папа? Премию, конечно. Премию, бонусы какие-то. Верно. Так, а еще. Вдруг что-то происходит такое непонятное, невероятное, и семья получает очень крупную сумму денег. Вот свалилась она как с небес. Это когда человек... Наследство. Совершенно... Не может быть, а наследство. Конечно, совершенно верно. Итак, значит, мы с вами понимаем, что доходы бывают. Это основной источник дохода и дополнительные доходы. Верно. Расходы. Теперь, что такое расходы? Что относится к расходам? Итак, Георгий. Постоянные расходы и временные. Хорошо. А определение вот дать, что такое расходы, своими словами. Можно сказать, Полин, ты что-то сегодня у нас как такая грустная, нерадостная? Расходы, затраты, издержки. Затраты, верно. На что? Так, помогай мне. Чтобы удовлетворить потребности человека. Так, ну давайте вспоминаем обществознание. Что такое у нас потребности? Потребности это что? Нужда человека в чем-либо. Какие у нас бывают потребности? Глеб? Постоянно. Учеба. Так, ну ты что-то у нас не туда сюда. Первичная и вторичная, совершенно верно. Ну, первичный помним? Да. Это что? Еда, вода, безопасность. Хорошо, совершенно. И безопасность в том числе, совершенно верно. А вторичные уже все остальное. Это как игрушки, например, Верно. Это и духовные, и материальные, да, и социальные потребности. Совершенно верно. Молодцы. Так, хорошо. Итак, доходы, расходы это то, что связано с издержками, затратами, потреблением, для того, чтобы удовлетворить наши с вами потребности. Ну а теперь виды потребностей Георгий нам назвал. Еще раз, какие? Учеба, игра, общение. Стоп. Георгий, ты что-то совсем из другой оперы поешь. Учеба, игра, это что такое? Учеба, игра. Это виды? Виды? Нет. Деятельности, совершенно верно. Это виды деятельности. А мы говорим о расходах, Георгий. Ну-ка, смотрись. Постоянные расходы. И? Можно назвать переменные, можно назвать еще как? Текущие расходы. Верно. Постоянные расходы. Итак, примером постоянных расходов, Милена, что можно отнести? Ты ко мне сидишь спиной, я тебя прям совсем не вижу, твоих красивых глаз. Итак, пожалуйста, постоянные расходы это какие, Милена? Еда. Питание, совершенно верно. Еще. Ну, говорим.
Что-то подсказываешь ей? Плата за электричество, вода. Это как будет, в общем, называться? И квартплата, и вода, и свет, и газ. Это? Коммунальные услуги, совершенно верно. Хорошо. Значит, если у нас с вами, предположим, есть кредит, который мы взяли сроком на 15 лет, то есть можно считать, что они постоянные, если взяли на длительный срок? Да, конечно. Хорошо. А теперь текущие расходы, это какие? На что могут идти еще расходы? Например, вот человек заболел, и ему приходится покупать лекарства. Это текущие расходы. Совершенно верно. Да, вдруг ни с того ни с сего разболелся зуб. Да, посещение стоматолога. То есть это тоже будут какие у нас? Текущие. Так, вот еще есть такой вид расходов, как незапланированные расходы. Как вы думаете, что можно отнести к незапланированным расходам? Это когда человек умер на его похороны. Так, ну печально, но бывает такое, конечно. Когда человек порвал куртку, нужно срочно купить новую. Да, случайно порвал куртку, да, потерял свой башмак, свой сапог. Еще когда что-то сломалось в доме. Да, совершенно верно, не случайно раз перестал работать телевизор перед Новым годом. Например, ты бежал по улице и сломал руку, но ты этого не знал. Так. А потом узнал. А потом узнал. Да, хорошо, молодцы, ребят. Так, вы сегодня молодцы. То есть мы с вами теперь должны будем сделать, наверное, какой-то определенный вывод. Итак, значит, мы с вами знаем, что такое доходы. Да? Значит, дальше знаем, значит, основные виды дохода. Это у нас зарплата, пенсия, пособие, стипендия. Значит, мы с вами знаем, что такое дополнительные доходы. Значит, расходы тоже с вами знаем, что это такое у нас, да? Да, дальше, значит, постоянные расходы, значит, текущие расходы. Так, ну а теперь мне бы очень хотелось, значит, это мы с вами тоже определили. А теперь посмотрите, пожалуйста, я не буду открывать полностью, посмотрите, вот это у нас с вами весы. И если мы посмотрим с вами вот на эти весы, мы определим с вами, какие существуют виды бюджета. Да? Итак, смотрите, что мы видим на весах. Итак, Ким, пожалуйста, что мы видим на весах? Доходы превышают расходы. Тим, как будет называться такой вид? Это что такое будет? Это вид бюджета, верно. Это какой будет вид бюджета? Профицит, хорошо. Чтобы еще проще сказать, вспомним, да, можно его назвать какой? Избыточный. Совершенно верно. Так, опять объясните мне, пожалуйста, если у вас избыточный бюджет, это хорошо или это плохо? Это хорошо. Потому что вот мы с вами видим, что часть денег могут отправиться куда? Накопление, совершенно верно. И в семье всегда будет существовать подушка безопасности. Молодцы, хорошо. Итак, бюджет – это когда доходы превышают расходы, профицит. Верно. Так, следующее. Ну, открыла вам сразу, хотя я надеюсь, что вы это знаете. Так, пожалуйста. Это дефицит. Дефицит, совершенно верно. Чем грозит подобный вид бюджета для семьи? Ну, то, что рассматриваем, может, можно, пожалуйста, решать расходы? Так, чем это чревато? Человек, например, хочет много чего, а деньги... Вот он и тратит много. А вот это как это вернется для семьи? Это приводит к кредитам, потому что кредит – это деньги. Но если тут проценты, поэтому ты отплатишь больше, поэтому ты будешь ходить в долги, и у тебя будет... Совершенно верно. Или долги, или кредиты. Или же будем брать деньги откуда? Вспомните первый случай, откуда мы уже какую-то сумму с вами сохранили. Проценты положили? Из накоплений наших. Из наших накоплений, да? Так, хорошо, значит, это у нас с вами дефицитный бюджет. И последний у нас это сбалансированный. Итак, это тоже хорошо. Но какой мы с вами сделаем вывод? Какой вид бюджета наиболее приемлемый? И мы должны к этому стремиться с вами. Итак, Руслан. Это профицит. Профицит, совершенно верно. Хорошо. Так, ну вы молодцы, сейчас хорошо поработали. Так, теперь давайте мы с вами немножечко отдохнем. И я вам задам загадки. У нас тут написано группа 1, группа 2, группа 3. Мне бы хотелось сегодня немножечко, может, вас развеселить. И где-то, чтобы у нас мы сегодня...
сегодня разбираем семейный бюджет, поэтому вы одна семья, вы вторая семья, вы третья семья. Итак, чтобы определиться, мы с вами дадим фамилии семьям. Кто ответит на загадки, а там определимся, какое название получит семья. Договорились? Итак, поехали. Так, значит, первая у нас загадка с вами. Значит, внимательно слушаем, очень внимательно, чтобы можно было отгадать ее. Маленькая, кругленькая, из кармана в карман скачет, весь мир обскачет, ни к чему сама не годна, а всем нужна. Итак, что это такое? Монетка. Монетка, молодцы. Вы команда, семья Монеткиных. Согласны? Монеткиных. Хорошо. Вторая загадка. Внимательно слушаем. Без меня нет рубля, хоть и маленькая я. Наберешь меня 100 штук, вот и рубль, милый друг. Копейка. Семья Копейкиных. Очень хорошо. Так, следующее. Внимательно. Ну, у вас выбора нет. Вы остаетесь последними. Да, и, значит, конечно. Доллар? Доллар. Итак, говорят про меня. Деревянный я. Ну, неправда. Я железный. Я тяжелый, полновесный. Я железный. Так, знаете, не могут угадать. Ну что ж, товарищи, деревянные, это что у нас с вами? Так, уважаемые коллеги, подскажите детям, дети не знают. Рубль. Что значит? Рубль? Значит, вы команда какая, семья? Рублевские. Рублевые. Итак, Копейкины, Монеткины и Рублевые. Итак, поехали. Теперь у нас команда, группа. Перед вами на столах лежат задания. Так, организаторы, значит, ведущие группы, Ксения и Мадина. Так, пожалуйста, задание номер один. Раздайте всем, значит, вашей команде по заданию. Мы читаем, работаем в команде, в группе, обсуждаем первое задание. У вас идет первое задание, это моделирование реальной ситуации. Итак, быстренько распределяем. Итак, вы посмотрите, разберитесь и, пожалуйста, кто будет отвечать, решать по команде, кто будет отвечать на подобный вопрос. Вы обсудите. В группе? Пустой. Один пустой листочек. Ничего страшного. Так, ну, возможно такое, бывает. Так, сейчас, секундочку. Так, вот вам. Так, вам. Вам. Итак, обсудите, пожалуйста, как вы будете решать эту ситуацию. Так, можно обсуждать, не надо писать, обсуждайте про себя вместе. В группе обсуждайте, Ксения, ты можешь объединить группу. Так, то же самое, Ксения, реши вопрос, кто будет отвечать на поставленный вопрос. Боже, сюда приедем. Вы готовы? А вы обсудили? Значит, у вас ситуация, ее нужно обсудить, принять решение. Какое вы принимаете решение? Так, вы что-то как-то тихо, скромно так сидите. Да, обсуждайте, сама. Давайте, сюжа и вниз. Не просто с Миланой, а вместе. Ну как не хотят. А вы не можете обсуждать, будет получать ответ на вся группа. Верно? Да. Ну как у нас, все? Нет. Так, давайте долго мы не знаем тему, на этот вопрос времени тратить не будем. Итак, все решили? Так, да. Семья Монеткиных уже готова. Так. Дима, вы обсудили? Да, быстрее заканчивайте. Да, Рублёвы закончили. Так, Копейки, мы долго вас ждем. Так, все? Так, все, ребят. Так, полная тишина. Итак,
Значит, во время работы, когда одна из команд будет защищать свою ситуацию или искать свое мнение, ваша задача слушать. И если есть дополнения, вы можете какие-то сделать поправочки. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательными. Итак, пожалуйста, первое, кто у вас будет? Так, ты. Значит, читай, пожалуйста, какое задание было вам дано. Так, слушай, только громко, чтобы тебя слышали все. Родители планируют расходы на месяц, а ребенок шестиклассник требует купить последнюю модель смартфона. Как разрешить данную ситуацию? Мы должны объяснить ребенку, что у нас есть уже планы расходы, и можно сказать ему, что если он накопит, то давайте немножко налить, когда он будет вложить свою копилку, и он накопит на свою мечту. То есть вы предлагаете решить эту ситуацию, уговорить, убедить ребенка в том, что нужно что? Деньги откладывать для того, чтобы он получил хороший телефон. Да? Так, вы как считаете, ребенок настаивает, хочу дорогой смартфон. Я хочу, у всех есть я хочу. Так, вы согласны с позицией вот именно группы, что ребенка надо убедить? Так, хорошо, спасибо вам большое. Итак, Рублев, пожалуйста, у вас какая была ситуация? Читайте. У нас две студентки живут в одной комнате общежития и распределяют определенную сумму на неделю. Что они должны учесть для своего проживания? Мы решили, что они должны учесть газ, воду, свет и еду. Коммунальные расходы, то есть совместно, то есть должны как-то решить. Оплату за общежитие. Так, ну у вас, обратите внимание, за какой период? За неделю. За неделю. Итак, если они уже оплатили на первой неделе за общежитие, им уже это не понадобится. Поэтому сделайте такое среднее. В первую очередь это будет питание. И коммунальные услуги, хотя транспортные расходы. И еще, если они студенты, они постоянно учатся, что им необходимо будет? Оплата на учебу. Так, не оплата на учебу, а, наверное, какие-то необходимые принадлежности для учебного процесса. Конечно, в том числе и это. Так, хорошо. Итак, здесь вы принимаете какое решение? Что они должны совместно принимать решение, потому что проживают совместно. Или у нас второй вариант есть, чтобы они составили список их бюджета. Совершенно верно. Вот это, ребят, когда мы с вами говорим, предположим, о двух девочек, которые живут вместе в одном общежитии, это, конечно, не семейный бюджет. Но есть бюджет, мы с вами говорим, именно там не бюджет, а домохозяйство. Единичный, семейный, да? Значит, и не семейный. В данном случае это не семейное домохозяйство, где как раз-таки и решается этот вопрос, как более рационально потратить денежные средства, и чтобы жилось комфортно. Итак, пожалуйста, монетки, на ваше задание. В семье из трех человек появилась большая сумма денег. Папа получил наследство. Как правильно ей распорядиться? Мы приняли такое решение, что можно вложить деньги под кредит, под проценты. Так, не под кредит, а как? Ну, не кредит, а открыть банк. Счет в банк. Да. То есть депозит, хорошо. Сейчас, секунду, добавишь. Там будут проценты будут превышаться. И второе, можно... Так, дополняй, пожалуйста. И можно еще положить в копилку. Часть денег взять себе, а другую часть денег положить в копилку. И то есть тоже... Но про копилку, конечно, если она будет лежать дома под матрасом или в банке трехлитровой, это не будет приносить дохода. А деньги не работают. Если Мадина говорит, что они будут в банке, проценты приносят. А вот вторую часть, предположим, там незначительную часть, можно было потратить на что? Там, например, на продукты и то, что нужно, на кредит, если он есть. Если есть кредит, погасить кредит, совершенно верно. Оплату всех долгов, и я бы оплатил бы все долги и просто положил бы под проценты все эти деньги. Это классно, конечно, замечательно, но лучше долги что? Не делать. Жить без долгов. Я бы часть положил бы под проценты, а часть бы потратил на вещи, которые там необходимы для семьи. Самое главное и необходимое. Хорошо, молодцы, ребят. Так, теперь скажите мне, пожалуйста, вот из этих трех ситуаций, которые мы с вами сейчас разобрали, подумайте, пожалуйста, и сформулируйте, какие основные черты характера должны быть у человека, чтобы рационально
решать такие ситуации. Какие должны быть черты характера у людей? В первой ситуации, во второй и в третьей. Черты характера какие? Умение расходовать деньги. Так, умение расходовать деньги. Грамотным финансово. Еще. Быть серьезным быть человеком. Еще. Жадным нужно быть? Нет. Жадным не нужно быть. А каким тогда? Щедрым. Можно сказать щедрым. Еще каким? Ответственным нужно быть? Конечно. Да, хорошо. Бережливым нужно быть? Да. Экономным, хозяйственным, рачительным? Конечно. То есть, потому что, я повторяю еще раз, деньги любят что? Бережное к ним отношение. Хорошо. Так, теперь следующая у нас ситуация. Это, посмотрите, пожалуйста, задание номер 2. Так, девочки, значит, распределяйте, пожалуйста, задание. Что выгоднее купить? В данном случае у вас есть и обществознание, и математика. Попробуйте, пожалуйста, подсчитать. Значит, если у нас возникнет проблема, я думаю, у нас в математике есть, Людмила Борисовна нам поможет решить проблему. Что выгоднее купить? Итак, пожалуйста, значит, на эту 30 секунд вам хватит, обсудите быстренько. Я думаю, что у вас математики есть. Быстренько почитали, разобрались, что выгоднее купить. Итак, смотрим. Вы готовы. Вы решили задачу. Молодцы. Рублёвы решили быстро. Так, решили? Решили. Вы решили? Сима, все решил? Девочки. Так, сейчас ждем одну секунду еще. Так, все. Итак, все, ребят, давайте мы послушаем. Итак, пожалуйста, Дима, читай задание. Проездной билет на месяц стоит 1570 рублей, а билет на одну поездку 1500 рублей. Саша купил проездной билет и сделал за месяц 55 поездок. Сколько рублей он сэкономил? Посчитали? Сколько рублей он сэкономил? Салман сосчитал? Так, считаю. Так, ребят, давайте поможем первой группе. Значит, так, Салман. 180. Смотри, видите, потратил сколько? 1180. 1180, совершенно верно. То есть помощи математика не потребовалось. Верно. А теперь смотрите, проездной билет, значит, мы с вами видим, стоит 1570. Если будет каждодневные поездки, да, по 50 рублей, у вас какую сумму это обернется для гражданина? Какую? 2750. Итак, экономно будет покупать проездной билет? Да, экономно. Таким образом, если человек покупает проездной билет, для всех мы говорим, то есть это намного что? Выгоднее. Так же, как выгодно сегодня, какая карта? Стрелка, молодцы, хорошо. Вторая команда. Рублёва, пожалуйста, ваша задача. Читаю вас. Какой громче читаю распасовки? Какой распасовки стиральный порошок выгоднее купить хозяйке? Если известно, что пакет весом 1,5 килограмма стоит 150 рублей, а пакет весом 500 грамм стоит 60 рублей, сколько денег она сэкономит? Мы посчитали, и получилось так, что если мы купим 1,5 килограмма по 500 грамм за 60 рублей, у нас получится 180 рублей. А если мы купим... Подожди, у вас написано, 1,5 килограмма стоит 150 рублей. Да. А вот если... Совершенно верно. 500 грамм, у нас получится 180. Верно. Значит, получается, хозяйке будет выгоднее купить одну пачку... Которые 150 рублей, которые 1,5 килограмма порошка. Она сэкономит 30 рублей. Совершенно верно, молодцы. То есть экономно покупать объем что? Больше. И объема больше, и налога что? Хватит. Хорошо. Третье, пожалуйста. Стоимость сахарного песка в розницу в магазине составляет 40 рублей за 1 килограмм. А мешок сахара
50 килограмм, стоит 1600 рублей. Как выгоднее покупать сахар в розницу или окрас? Конечно. Ну, я думаю, что лучше всего купить оптом, потому что будет, если в розницу купить, то будет 2000. Итак, если мы купим оптом, то мы сэкономим целых 400 рублей. Эти 400 рублей можно купить. Совершенно верно, молодцы. Все с математикой замечательно справились. Умница. Так, хорошо. Теперь посмотрите, пожалуйста. Ну, устали немножко? Нет. Устали? Нет. Устали? Так, поднимаемся. Маленькая физминутка у нас будет с вами. Так, и я вам предлагаю сегодня думать и одновременно выполнять движение. Итак, если дорого, мы поднимаем ручки вверх и клопок. Если дешево, два раза топаем. Итак, внимание, будьте, пожалуйста, предельно внимательными. Итак, первое, пожалуйста, на вес золота. Что-то вы медлите, да? На вес золота, конечно, дорого это. Следующее, за бесценок. За бесценок. Топаем ножками, конечно. По божеской цене. Так. По божеской цене. Боже дорогой. Это дает наоборот дешево. Конечно. То есть уступают нам. Не подступиться. Хорошо. Так. Как за даром. Хорошо. Цена кусается. Хорошо. По сходной цене. Следующее. Влетит в копеечку. Хорошо. Следующее. За грош. Гулькин нос. Итак, присаживайтесь. Так, следующее задание у нас. Смотрите, пожалуйста, четвертое задание. У вас в таблицу нужно будет сейчас раскидать из перечня все, что относится. Посмотрите. Вы должны соотнести, выбрать четвертое. Так. Так, это задание у нас четвертое, верно? Так, верно, задание четвертое. Итак, третье задание, третье, ребят, третье, смотрим. Это все, что посмотрела не туда. Итак, третье задание, посмотрите, у вас дана табличка и роспись необходимых предметов, которые покупает семья. Значит, ваша задача из этого перечня выписать в первую табличку все, что необходимо семье, во вторую, то, что не можно покупать время от времени, а третья табличка, то, что не нужно покупать семье, то есть от чего семья может отказаться. А что, мы этим писали? Итак, значит, Ксения пишет красным фломастером, остальные ребята пишут ручкой. Отдай, вот у тебя листочек, это ты делаешь. Так, а ты мне слагатель, помогай. Так, помогай, это у тебя вместе слагатели, твой с Миланой. Так, быстрее это делаем, ребят, выполняем работу очень быстро. Итак, вы решайте вместе. Так, вы должны решать это семьей. Не каждый сам по себе. Вы же семья. Да, словами. Да, давайте для экономии пишите, ребят, цифры. Для экономии, чтобы вам было быстрее. Потому что у нас ясное время, как у нас мы не учили все время. Итак, вы обсуждайте. Да, вместе обсуждаем. Елена, обсуждаем вместе. Время от времени.
Майонез. Ну, майонез вообще вредный, правда. Он очень вредный, но его тоже надо.
Ну, можете. Ну, можно время от времени, только еще на первом. Чипсы, чипсы, без урока время от времени, так что все равно хочется разнообразие закончить. Чипсы – это разнообразие? Чипсы – принять можете побалу. Так, вот у меня вопрос сухофрукта. Так, это и яблоки, это и груши, это слива. Так, скажите, пожалуйста, полезный продукт. Вот если вы отказались от кондитерских изделий, вы, конечно, могли бы с удовольствием использовать сухофрукты. Не только для компота, значит, для пирожков, но также одновременно. Потому что это плодовая витамина, и можно было использовать. Хорошо. Так, значит, все-таки у вас вы допустили ошибки. Так, а что вы время от времени, во что? Ну, минеральная вода это не газированная. Она у вас газированная отдельно идет. Так, хорошо, минеральная вода. Масло сливочное, холестерин, рыба, рыба особый ценный продукт. Рыбу есть нужно всем. Так, хорошо. Ну, не каждый день. Так. Значит, ребят, по времени чуть-чуть не уложились. Единственное, что давайте мы с вами сделаем вот как. Значит, вы должны были сегодня разработать правила. Правила, которые у вас. Посмотрите, пожалуйста, задание номер 4, вернее, задание номер 5, посмотрите, пожалуйста. Эти правила, где у нас с вами, посмотрите, пожалуйста, правила рационального потребителя и рационального гражданина, расходующий семейный бюджет. Значит, посмотрите, пожалуйста, вот на эти правила, мы прям секундочку займем, найдите, пожалуйста, пятое задание. Итак, посмотрите все, прям очень быстро, выберите все, что мы порекомендуем для того, чтобы сохранить семейный бюджет. Итак, пожалуйста, первая команда. Что бы вы сохранили? Посмотрите. Начнем по порядочку читать. Давайте всеми вместе, все вместе, три группы. Итак, пожалуйста. Планируете семейный бюджет? Это нужно? Нужно. Хорошо. Так, давайте я буду читать, а вы будете говорить. Уходя из дома, не забывайте включать свет. Принимаем? Да. Принимаем. Требуя новое платье, подумай о семейном бюджете. Да. Да. Прости у родителей новую вещь к каждому празднику. Нет. Экономи семейный бюджет, откажись от экскурсии. Да. Не всегда, ребята. Сходил в магазин, оставь сдачу себе. Нет. Нет. Бережно относись к своим вещам. Да. Упоминай родителям о современной оплате налогов. Да. Чаще пользуйся услугами такси. Нет. Пользуйся услугами доставки горячей пиццы. Нет. Чаще разговаривай по сотовому телефону. Нет. Трать все карманные деньги на сладости. Нет. Нет. Молодцы. Значит, я думаю, что вы будете рациональными потребителями и будете экономно тратить семейный бюджет. Так, спасибо всем за работу. Отдыхайте. Все на столе оставляем.